Всем привет, меня зовут Филипп, компания Coffee Case. На этом видео я покажу, как готовить напитки кофемашина Шары Coffee Club. Также давайте посмотрим раскладку примерную, да, то есть можно сделать, чтобы у вас было эспрессо, двойной эспрессо, американо двух объемов, капучино двух объемов, латте двух объемов, flat white, горячий шоколад, можно использовать сыпучие ингредиенты. Здесь у нас кофемолочка. Так, и можно горячую воду для чая добавлять. Так, теперь давайте поготовим. На кофемашине есть возможность дополнительно доставать вот такую полочку для маленьких напитков. Эспрессо. Кофемашина сейчас работает от бака с водой. Так, наш эспрессо готов. Полочку нужно убрать. Идем дальше. Приготовим американо 200 стакан у меня широкий, в нем будет плохо видно, но тем не менее. Видно, что у нас наливается не просто темная водичка, а кофе варится и получается золотистый гранат. Так, смотрим. Итак, идем дальше, готовим капучино. Сейчас здесь стоит одновременная подача пены. Можно это последовательно сменить. Готов. Пенки довольно много, и она плотная. И давайте приготовим с вами латте 200 миллилитров. Сначала у нас идет подача горячего молока. Стоять, и тогда слои у нас разъединятся. Пенка, кофе, молоко.